Глава Северского района Андрей Дорошевский с рабочим визитом посетил молочные фермы номер 1 и 2 агрофирмы «Кубань». Генеральный директор предприятия Игорь Абдулаев провел главе экскурсию по фермам в селе Львовском и хуторе Парона-Покровском. Более 2000 голов крупного рогатого скота обслуживают 80 человек. Коллектив порядка 80 человек работает на двух комплексах. 85, наверное, даже это с главными специалистами. Средняя зарплата по ферме порядка 40 тысяч рублей. В день буренки дают 22 тонны молока. Оно пользуется спросом не только у молочных заводов Кубани, но и Адыгеи, Крыма и Кабардино-Балкарии. Качество молока зависит от двух показателей – комфорта и здоровья коров. Важно с первых дней жизни теленка следить за его состоянием. В агрофирме «Кубань» для воспроизводства поголовья используют американское семя. Подросших телят переводят на молочную ферму номер 2 в Парона-Покровском. Здесь они живут в специальных домиках 90 дней. Кормят молодняк с помощью молочного такси. С 11 месяцев коров начинают осеменять. Держат буренок в корпусах только во время дойки. Процесс автоматизирован. На ферме используют доильные аппараты. В условиях санкций животноводческим предприятиям района приходится нелегко. Однако агрофирма «Кубань», как один из лидеров отрасли, только развивается.